Бывает такое, родители решили развестись, но как сообщить об этой новости своим детям, не знают. Главный страх – это ранить этой новостью ребенка. На самом деле, пока родители тянут время, мучаются чувством вины, они делают только хуже. Потому что ребенок уже понимает, что-то происходит нехорошее, и нужно вот сейчас прямо разобраться в этой ситуации, как помочь адаптироваться ребенку. Знает ведущая программы «Мамина школа» Олеся Новикова. Олеся, привет. Привет. Привет, ребята. Очень такая сложная тема для разговора. Давай вот такой вопрос. Ребенок, возможно, после развода может жить в неполноценной семье. Да? И в будущем есть страх, что он сам не сможет построить свою счастливую семью, а будет также вот мучиться? Есть шанс, что ребенок, который вырос в семье после развода, тоже вырастет взрослым и несколько раз женится и разведется. Почему? Потому что он уже видел, что так возможно, что жениться это не навсегда, и такой вариант развития событий он возможен. Но никто не даст гарантии, что это будет 100%. И в твоем вопросе, Женя, прозвучало слово «неполноценная семья», но кто сказал, что если в семье нет, допустим, одного из родителей, папы, то эта семья неполноценная. Эта семья неполная, но неполноценной ее назвать категорически нельзя. Ребенку на самом деле все равно, в какой семье расти, и все равно, сколько там будет взрослых. Главное, чтобы вот некоторые условия создавались. У него должны быть хотя бы один значимый взрослый, который всегда в доступе, к которому можно обратиться, когда тебе нужно, который предсказуемый, от него знаешь, чего ожидать, и с которым безопасно, не страшно. То есть, если, допустим, папа из семьи ушел, и эти функции, которые я перечислила, он выполнять не может, то на самом деле заменить его может любой другой человек, причем это не обязательно должен быть член семьи. Это может быть и учитель, и тренер, и там бабушка, дедушка, тетя, дядя. То есть, если взрослый такой в жизни человек... в жизни ребенка есть, то у него больше шансов развиваться нормально и чувствовать себя комфортно. Получается, развод не так страшен, и ребенок может просто его не заметить, правильно? На самом деле, развод — это всегда стресс, причем для всех членов семьи, для ребенка в том числе. И когда проходит вот этот вот бракоразводный процесс, женщина обычно находится в состоянии обиды, и ей хочется кричать на весь мир, кто причина этой обиды. Обычно это, естественно, папа. И ребенок, который с мамой рядом, он все это слышит. Но делать этого не стоит ради психологического благополучия собственного ребенка. Чем больше он будет таких вещей слышать, тем больше шансов ему получить психологическую травму. Это как можно сравнить с родами. Когда женщина в роддоме кричит очень громко во время родов, то ее ребенок недополучает кислорода и страдает. Вот так и во время развода, когда женщина слишком много эмоций дает, и все эти эмоции выливаются на ребенка, то есть больше шансов, что он получит травму. Поэтому держать себя в руках стоит хотя бы ради того, чтобы ребенку было хорошо. Тогда как и какими словами ребенку сообщить о разводе? Я уже говорила о том, что жизнь ребенка кардинально меняется, и ребенка, и всех членов семьи. И хорошо было бы, если ребенку объяснить, что теперь в его жизни будет. Почему он страдает? Потому что он не знает, что его ждет впереди. Прям сесть вместе с папой и поговорить о том, что будет дальше. Как вы будете видеться, как ребенок с папой будет общаться, сможет ли он приходить к нему домой, сможет ли он оставаться там ночевать, будут ли его встречать какие-то люди. То есть, когда ты все это знаешь, то тебе не так страшно, и ты спокойнее все эти вещи воспринимаешь. И если вы уже приняли какое-то решение, то не стоит менять эти решения очень часто в зависимости от вашего настроения. Вот сегодня мы встали, вдруг вспомнили, что на папу вы обижены, и больше ты к папе не ходишь. Вот не стоит это делать, опять же, ради состояния ребенка. А о причинах нужно знать развода ребенку? Ну, спросит, если. Угу. Ответьте. Не нужны какие-то длинные монологи, где вы ребенку там много что-то долго объясняете. Вот один вопрос задал, один ответ ему дайте. Психологи не рекомендуют детям говорить о том, что мы с папой разводимся, потому что разлюбили друг друга. Для ребенка любить — это значит обнимать, целовать. Есть шанс, что малыш изо всех сил будет стараться сближать вас вместе, заставлять вас целоваться. То есть просто вы можете сказать: мы с папой решили, что так будет лучше, и теперь мы будем жить отдельно. То есть вот этого ребенку будет достаточно. Причем есть мнение, что ребенку дошкольного возраста даже не обязательно там слышать слово «развод». Развод. Вот просто мы жить теперь будем так.
Есть еще такой момент, когда ты уже сказала о нем, о том, что мама часто эмоционально переживает, да. И папа виноват в этой ситуации в разводе, он самый плохой, и ребенок об этом слышит. Как реагировать вот в этой ситуации? Нужно вот ли ничего это хорошего не будет, если ребенок... Даже если папа виноват на самом деле. Даже если папа виноват, ради ребенка лучше эту тему дома не поднимать. Почему? Потому что дети очень часто развод воспринимают на свой счет. Они считают, что если мама с папой развелись, то значит я плохо себя вел, я что-то делал не так, и поэтому так случилось. А когда ребенок растет и слышит постоянно то, что он сын плохого отца, то есть он плохой, он опять же на свой счет это воспринимает и живет с мыслью о том, что я в принципе недостойный человек, ничего хорошего в этом не будет. У ребенка должна быть вот эта вот база, основа того, что его род хороший, и он продолжение своего хорошего рода. А если его род подкачал, то значит и он ничего из себя хорошего не представляет, и в будущем на его самооценке это тоже может плохо сказаться. Но есть же еще такой вариант, вот допустим, когда мама из-за обиды не дает видеться с ребенком, ну, из-за обиды к папе. Да. К чему это может привести? Ну, это, знаете, как мы можем, знаете... Как... Мама думает, что таким способом она наказывает папу, который... Да. Нет, она наказывает она в этой ситуации только одного человека, ребенка. Mm-hmm. Мы можем, конечно, как, знаете, черепахи спрятаться там в своем панцире, закрыться от папы, и нет у нас проблем. Но проблемы никуда не денутся. И если уже в вашей семье произошла такая ситуация, вот трагедия, по-другому не скажешь, то нужно ее использовать для того, чтобы научить ребенка такие сложные периоды проживать. Не закрываться от проблем, а искать возможности, как их решить. Вы можете в этот момент рассказать ребенку о семейных ценностях, что для вас важно, что важно будет для него, когда он вырастет. Вы можете перечислить ребенку способы борьбы со стрессом. То есть тебе сейчас плохо, грустно, но ты можешь делать вот так, вот так, вот так, и тебе станет легче. Ты можешь рассказать в это время ребенку о том, как ценен и важен он, о том, что можно с тобой, что нет. То есть можно закрыться и спрятаться, и делать вид, что нет никаких проблем. Но это не выход. Это да, не выход. Лучше использовать эту ситуацию, пусть она даже печальная, для последующего развития ребенка. Спасибо большое, Олеся, за отдельные советы в этой сложной теме. Да. Мы говорили о том, как адаптироваться ребенку, когда родители разводятся. Всем любящим сердцам терпения, любви, взаимопонимания. Вот, совсем недавно был большой праздник, День семьи, любви и верности. Так что берегите свою семью. А тебе, Леся, пока и до новых встреч. Всего хорошего, спасибо. Пока. А мы предлагаем пройти сейчас небольшой тест, узнать, годитесь ли вы для службы в войсках специального назначения. Что такое тест Купера прямо сейчас?